созданием цифровой земли завершились исследования в области рекурсивных сверточных нейронных сетей и обобщенных искусственных нейронов, проводимые специалистами компании Arkona. В результате трехлетних экспериментов была создана уникальная база алгоритмов Arkona Core. Это альтернативная методика генерирования глобального слоя дополненной реальности, доступного в любой точке мира. Цифровая земля Arkona отличается не только новаторством самой концепции, но и более совершенными техническими характеристиками, полученными благодаря использованию последних достижений в областях компьютерного зрения, прикладной математики и нейробиологии. Запуск технологической платформы экосистемы дополненной реальности Arkona запланирован уже на 2018 год.